По традиции, в Чувашии в День семьи, любви и верности чествуют крепкие супружеские пары. С обладателями высоких наград познакомились мои коллеги. Награды за укрепление института семьи в республике вручают уже 9-й год подряд. Их обладателями становятся супружеские пары, прожившие браки более 50 лет. В этот раз под куполом Дома правительства чествовали не только те, кто отпраздновал золотую свадьбу, но и многодетные семьи. Только 13 семьям в республике выпала честь отметить праздник Петра и Февронии в Доме правительства. Глава региона Михаил Игнатьев отмечает, что эти супружеские пары – гордость и опора Чувашии. Наша задача, задача и органов власти, и общественных организаций, и лично вас, уважаемые дорогие родители, бабушки и дедушки, вот эти ценности вы сохраняли и укрепляете. Семейные заветы всегда были крепки среди чувашского народа. В этом году только указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги воспитания детей и укрепления семейных традиций сразу 6 многодетных семей из нашей республики удостоились медали ордена «Родительская слава». Медали ордена «Родительская слава» в этом году удостоилась и семья Тимановых. Супруги воспитали 8 детей. Младшей дочке недавно исполнилось 12 лет. 2 дочки замужем. Одна дочка уже внука подарила вот в прошлом году. Все, уже счет начался, слава Богу. Я надеюсь, будут тоже многодетными семьями. Пусть Бог благословит их в этом. А Григорий и Зоя Павловы в прошлом году отпраздновали золотую свадьбу. Супруги говорят, что секрет их семейного счастья прост. Во время ссор они стараются уступать друг другу. Самое главное – взаимопонимание, взаимоуважение и всегда слушаться друг друга. Когда один говорит, другой пусть слушается этому. Валерий Крыжновский вместе с орденом получил и персональный подарок от главы республики. В День любви, семьи и верности он отмечает 75-летие. Ордена за любовь и верность сегодня удостоились 8 супружеских пар. Все награжденные признались, что праздник Петра и Февронии они отметят в кругу родных. Герои церемонии говорят, что в их жизни семья – это самое главное. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.